Так, следующий вопрос. Опять же, о контрацепции. То есть, есть ли что-то новое, что-то эффективное, новое и без побочных эффектов в медицине? К сожалению, такого нет. Такого нет. Значит, единственное, что какие направления, вот я заметила, например, в Канаде начали больше говорить о внутриматочной спирали, то есть не гормональной, а обычной внутриматочной спирали, потому что все-таки у нее меньше побочных эффектов на систем, на, как бы на весь организм, то есть меньше системных побочных эффектов. А если, скажем, гормоны действуют на все тело, на весь организм человека, не только местно, то внутриматочная спираль, она, в принципе, вполне безопасный метод контрацепции. Единственное, что вызывает длительность вот этих кровотечений, как бы дольше, и это не все женщины могут переносить. Теперь стерилизация, то есть перевязка маточных труб, становится более популярной в Европе. В частности, например, Испания, Португалия, там все больше женщин именно переходит на перевязку маточных труб. В США, в Северной Америке, в Канаде популярность обретает вот как раз мужская стерилизация. Вот это уже давно, и все это имеет свои плюсы и минусы. Это рассматривалось в блоге, в рубрике по контрацепции. Откройте блог, почитайте. И практически там есть описание осложнений, хоть и кратко, но все же есть. Вот, поэтому сказать вот так в нескольких словах, значит, пока что сейчас старается разработать как бы гормональную контрацептиву длительного приема, например, в виде тех же инъекций, старается улучшить, чтобы было меньше побочных эффектов, или, скажем, чтобы можно было контрацептив применять в непрерывном режиме с наименьшим количеством побочных эффектов. То есть в определенных, значит, направлениях идут вот эти исследования, идет как бы разработка, но пока что вот выбор, кстати, большой контрацепции, большой, но не всем подходит гормональная контрацепция, не всем подходит даже внутриматочная спираль, не всем подойдет стерилизация, особенно если женщина все-таки планирует в будущем иметь детей чуть позже, скажем, где-то в 35 лет она захочет иметь еще ребенка. Вот, и поэтому подбор, конечно, здесь будет индивидуальный.